Одним із відео, які ми тоді показали, було відео. Ну, вы знаете, наша философия давно и хорошо известна. Она заключена в строках известной песни «Хотят ли русские войны?». Мы не хотим войны. Начинаем с новостей срочных. Военный блок НАТО в самое ближайшее время начнет переброску своих войск в район Черного моря. Причина – возможная война с Российской Федерацией. Нагнетают обстановку и украинцы. Командующий силами специальных операций ВСУ только что приказал готовиться к российскому вторжению на все регионы Украины. Осенью в Киеве и в прежние годы начиналось обострение, но на этот раз оно выглядит, ну, прямо совсем острым. Владимир Зеленский готовится к полноценной войне с Россией. Эти заявления его сегодня, сделанные в Киеве, произвели фурор. Они уверяют, что хочет мира, при этом сообщая, что Украина готова воевать с Россией. Украина готовится к войне с Россией. Теперь это объявлено официально и рассчитывает на помощь НАТО. Все больше прямых и косвенных признаков того, что Киев может начать полномасштабные боевые действия и перейти к силовому сценарию. В новостях и ток-шоу ежедневно сводки с фронта и нагнетание. Война близко. Подразделения вооруженных сил Украины на линии разграничения в Донбассе приведены в полную боевую готовность. Наша разведка получена данные о подготовке Украины провокации против Российской Федерации. Слава богу, сейчас у нас полностью комплексами С-300 перекрыт периметр на западном направлении. Но, как вы знаете, у нас и южное направление добавилось. Поэтому нам придется закрывать и этот периметр, и мы вели как раз речь о том, что С-400 нам будет к месту. Мы не нацеливаем свои ракеты на сопредельные государства, наши самолеты не определяют цели для нанесения удара на их территории и прочее, прочее. Мы готовимся защищать свою землю. Осуществляют подготовку украинских сил, специальных операций и радикальных вооруженных группировок к активным боевым действиям. Путин сегодня сказал, что мы знаем о планах США разместить на территории Украины крылатые ракеты и гиперзвуковое оружие. Как только оно появится у Америки, и тем самым подтолкнуть ВСУ к наступлению, в частности, на регионы России, например, Крым. И не только. Если ракетные комплексы США и НАТО появятся на Украине, то их подлетное время до Москвы сократится до 7-10 минут, а при размещении гиперзвукового оружия – до 5. Для нас это серьезнейший вызов. Вызов нашей безопасности. Мне кажется, лучшим ответом будет это наше возвращение в Украину. Тем более, несколько миллионов граждан Украины, несколько сот тысяч из них готовы с оружием в руках вернуться к себе домой и вернуть нам нашу страну. Забрать ее у американцев. При этом Россия не берет на себя никаких обязательств по поводу сохранения Украины и уж тем более украинской государственности. Такі ж борзі були, такі борзі були. І от ми все це розповідали, показували, як дуже сильно і активно прогрівали з одного боку пропагандистські медіа, ненависть до українців і розповідь про те, як вони за 3 дні дійдуть до Львова, а там уже і на Берлін. А з іншого боку, ми також в своїх ефірах аналізували, а що ж відбувається з ліберальними росіянчиками. І тут я бачу комент від Серж Стейд. Якось вмикав тоді трохи відео з Ксенії Собчак, випущене напередодні повномасштабки. І що ви думали? Вона ці самі кремлівські тези просувала. Росія не хотіть війни, це все Запад нагнітає. Більше того, якщо пропагандисти розпалювали ворожнечу і вони можуть робити це дуже активно, не ховаючись, то ліберали насміхалися над попередженнями стосовно того, що Росія вторгнеться в Україну і розпочне повномасштабну війну, і заперечували це, видаючи, знову ж таки, за справжніх злочинців, звісно ж, Байдена і Америчку. Росія не нападала. І не нападає, і не буде нападати. Захід смішний. 16 февраля Росія все-таки не напала на Україну, як це предсказували некоторые западные СМІ. Так що, якщо ви сейчас смотрите, а війна до сих пор не началась, ще один прогноз не збився. Да, я сам не верю абсолютно ни в какую войну, ни в какое вторжение, ну только по одной лишь той причине, что это невыгодно Путину, это невыгодно Кремлю. Из каждого утюга мы слышали, Россия идет брать Киев, дипломатов эвакуируют, самолетам запрещают летать. Истерия вокруг нападения была огромной, как и мой скепсис на эту тему
в предыдущих выпусках. CNN писали, что Киев возьмут за 2 дня. Но как это вообще возможно? 30 тысяч военных, которые стоят на границе, вряд ли могут справиться с этой задачей. Для захвата Грозного, например, в 95-м году понадобилось 3 дня и 15 тысяч военных. А он в 3 раза меньше Киева. Так что даже с точки зрения математики тут есть вопросики. Ну или вот, мое любимое. В конце января Reuters написал, что около 2 недель назад российские войска увеличили поставки донорской крови. Но срок годности крови для переливания раненым 30 суток. То есть она без 5 минут вчерашка. Итак, во всем. Милая, прекрасная пресса. Впрочем, стратегия Байдена была ясна. Вот они трубят о войне на каждом углу, вот Россия ни на кого не нападает, а значит, она боится США. То есть все правильно сделали, мы молодцы. И все это происходит для того, потому что Байден грається в те, що він наказує Росії, а Росія виконує те, що каже Байден. І всю цю кашу, напевно, заварив Байден. Відбілює Путіна як може. І причому з таким ентузіазмом, я розумію, аби вона якось моргала, чи якось унила це все розповідала. А то, от тут вопросики, тут те, все, п'яте-десяте. Ні, вони є цілісним фронтом, який насправді грається в поганого і доброго поліцейського, де Путін поганий поліцейський. Так, Путін був поганим поліцейським наповно, але ми ж не забуваємо, що ліберальчики вже 18 разів за останній рік перефарбувалися. То вони намагалися перемогти, то вони заперечували, що перемагає, що вторгнення, то вони говорили те, то вони говорили все. Але, по суті, вони завжди грають у цій інформаційній війні проти України.